утро. Море 2 балла. Вода 16. Купание запрещено. Без 15:09 утра. Народ уже вышел на пляж. Позавтракав. Ну вот вам визуальный контроль воды. Вода прозрачная. Никакой камки нет. Ну, проблема, конечно, холодная вода. Если 16 пишут, примерно так и есть. Для детей, конечно, не камильфо. С утра облачно, потом наладится. Я приехал на работу, поскольку сегодня на улице надо работать. Было опасение, что дождь. Даже думал зонтик взять. Зонтик в итоге не взял. Шорты не взял. Одел брюки. Шляпу не взял. А может быть, тут распогодится. Ну, Гастагай, Анапа. Нередко погода разная. Чистое море. Море чистое. Если кого особенно волнует Камка, это центральный пляж, самый центр города. Самая непроточная бухта. Если здесь чисто, то большинство пляжей чистое. Хотя, может быть, наоборот. Здесь нет Камки, а в Витязево есть. Это море, живой организм.